Во время проведения эфира телезрителям был предложен опрос, надо ли чиновникам, по примеру главы Серпухова Павла Залесова, добровольно пройти детектор лжи. На что подавляющее большинство зрителей ответило «надо». Стоит отметить, что сам Павел Николаевич не был столь категоричен в своих суждениях. Более того, он отметил, что мы тогда вообще можем остаться без чиновников. Правда, потом Залесов пояснил свою мысль. Спрашивать со всей строгостью необходимо не с исполнителей, которые могут просто подчиняться приказу, а с их руководителей. Впрочем, ответственности никто не снимает из исполнителей, но речь идет именно о процедуре проверки на полиграфе. Кстати, Вячеслав Двораковский, мэр города Омска, готов последовать примеру коллегии Серпухова и пройти проверку на полиграфе. Об этом он заявил корреспондентам информационного агентства «Омск-регион» после аппаратного совещания в мэрии в понедельник, 8 декабря. Пользуясь случаем, редакция телеканала «Общественное телевидение Подмосковья» предлагает главе Серпуховского района Александру Шестуну пройти публичную проверку на детекторе лжи по примеру главы города Павла Залесова. Эта несложная процедура в настоящий момент могла бы послужить хорошим примером доброй воли и чистоты помыслов. Мы вместе с нашими телезрителями ждем ответа от Александра Вячеславовича.